Любители самодельных тракторов, агрегатов. Вот решил я наконец-таки собрать еще один трактор с двигателем Mercedes. Ну вот примерно так я приставил коробку к двигателю, карданные валы. В общем, одну пластинку прикрутил так. Вторую вертикально наживим, прочертим отверстие, нарежем резьбу, наживим. Варили. Осталось разметить отверстие, нарезать резьбу. Вот таким образом центрировалось. Шлицы газелевские с первичным валом коробки ГАЗ-51. Так они отличаются. Если отсюда брать 21,5. Вот так под углом у нас получился рабочий цилиндр с сцепления. Немножко шток удлинить. Но вроде должен работать. С электрокара. Думаю, отверстие подправим. Колеса станут потом. Вот она причина, поломка шестерни редуктора. Считаем зубья. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 зубов на малой шестерне. Считаем здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Зубов на большой шестерне. Ну вот у нас получилось передаточное число. Сейчас попытаемся установить его. Хочу обратить ваше внимание, что двигатель, если смотреть спереди, работает по часовой стрелке. И при движении редуктор вращается так, чтобы но мы будем устанавливать понижающий редуктор, и нам нужно развернуть главную передачу. Сейчас попытаемся установить, провернуть, чтобы не было у нас 4 передачи заднего хода. Так вот он выглядит. Шаблон с расстояниями между подшипниками делал из картона, потом прессовал на металле, высвердливал, вырезал болгаркой, ну и дальше уход напильник. Корпус сварен из листового металла, задняя стенка из 12-ки, передняя 8 мм, боковины тоже 12 мм и низ из куска трубы 6 мм. Для начинающего сварщика, думаю, нормально получилось. Так, вот такой у нас корпус получился. Понижение будет в 2,5 раза. Вроде еще подошло, стало ровно, работает. Будем смотреть, как будет это работать на тракторе. Расточил отверстие в дисках. Буквально по миллиметру, и диск встал на ступицу. Отлично. Есть еще вот блины такие, думаю, с внутренней стороны усилить диск.
ширина колеи получается 1,17 м, 1,18 м. Ну если длины эти поставим, то примерно 1,20 м будет. Дорожный просвет получается 28 см. Ну, неплохо. Чуть ниже сейчас получается, но в принципе просвет достаточно большой. Зачем так делал? Здесь пришлось вырезать под установку коробки от буромощности, чтобы не мешало. Ну и все-таки двигатель с коробкой имеет вес не маленький, а рама длинная. Думаю, чтобы не переломала потом ее пополам. Крепление под генератор и под подушки двигателя переделаю, потому что родные выступали за раму. Ну и пришлось бы резать опять. Чего неохота делать уже. Ну, примерил радиатор газелевский. Москвичевский маловат, но это еще не последний, не окончательный вариант. Что здесь у нас? Так, коробка отбора мощности у меня имеется из села. Шаг зубью совсем другой, но смотрел в ютубе, люди переделывают, устанавливают на 51-го газона коробки. Попробуем что-нибудь примудрить. Так, что еще у меня здесь? Купил такую вот приблуду 140 основески. Установил двигатель на подушке к раме, переделал крепление, заводские убрал, потому что рама уже получается. Ну, вот такие у нас подушки взяты с УАЗика. Ну и начал было делать навеску. Все-таки решил крепление сделать самодельное. Вот так оно у нас выглядит. Центральный винт с одной стороны укоротил, но еще придется укорачивать с другой стороны немножко. Установил выход на волн. Нижние тяги взяты из навески МТЗ, удлинители обрезаны и уварены. Длина получается 60 сантиметров от центра. Еще вот
сцепное устройство примерно так вот думаю установить, ну и цепи, растяжки. Приварил еще дополнительное крепление редуктора, понижающего к раме, чтобы было меньше вероятность выворачивания моста. Для крепления оси качалки переднего моста вот такой двутал буду устанавливать под раму. Ну тоже надо смотреть, чтобы потом можно было поддон снять. Так что пока с базой трактора не определился, будем посмотреть. Спасибо всем за просмотр, удачи и до новых встреч.